Я сама участвовала здесь, в Тюмени, боролась. Всегда нравится сюда приезжать. Очень теплая такая обстановка. Дмитрий Федоров, представитель Центра олимпийской подготовки, победитель в категории до 73 килограмм первенства Уральского федерального округа до 21 года. За счет чего сегодня тебе удалось победить? Ну, дома боролся, все поддерживали, помогали. Просто вот поймал этот кураж. Борьба получилась конкурентная, надо было показывать характер. Кто тебя вот с трибун сегодня поддерживал? Кому бы ты хотел передать привет, слова благодарности? В первую очередь отец меня поддерживал. Какой он дома, как спортсмен? Ну, дома он, у него одни, ну, можно сказать, что тренировки в голове. Из комнаты вышел, взвешивался. Он действительно тренируется, старается, где-то другие моменты упускает, допустим. Но тренировки это, ну, для него как бы это номер один сейчас, в данный момент. Старшие там пацаны, вот мои пацаны, ну, мои ровесники меня поддерживали. Тренер пришел, который, ну, меня тренировал раньше. Алексей Анатольевич Буклаускас, да? Да. Также хочу спасибо сказать ему, Гусеву Вадиму Николаевичу, Стейну Андрею Анатольевичу, всем тренерам, что со мной работали, Вукову, Воробьеву. Все. Всем спасибо. Ну а нас в полном разгаре финальный блок. Сегодня на трибунах спортсмены и родители тюменских клубов. Камиль Шахновазов, победитель весовой категории до 81 килограмма. Камиль, ты бросил в Golden Score. Поддержка с трибун как на тебя сыграла? Конечно, в первую очередь хотел поблагодарить, кто меня поддерживал, сильно меня верил. Вот эта поддержка трибун дала мне больше уверенности. Благодаря этому я смог бросить. Ну а так сегодня, как у тебя сложились соревнования? Всем ли ты доволен? Как по техническому плану? Мне так все, в принципе, хорошо. У меня чуть травма была. Надо ее подлечить. Так. Буду 100% уже. 110 даже. Анжел сразу по финальной встрече выиграл очень сильную соперницу из Челябинска. За счет чего тебе сегодня удалось победить? Поначалу я действовала по плану тренера, просто правую ручку как пыталась отключить, а потом уже как карта легла, не знаю, ну немножко повезло. Это произошло за счет ее ошибки и моего уверенного захвата изначально, и так и получилось, сразу же и стойки в партер удержалась. Почему, ну, ты сегодня, так скажем, победила? У тебя вот опыт накопился, или ты была заряжена сегодня, или там тебя поддержка семьи сегодня замотивировала? Вот именно сегодня. Из-за чего ты выиграла? Именно сегодня меня очень сильно поддержал тренер, сестра и друзья, наша команда. Мы как семья с тренером, поэтому, я думаю, поэтому получилось. Потому что я в себе была не до конца, мне не хватало вот этой поддержки. И меня поддержали, и все сложилось.